друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Марк, и сегодня у нас на обзоре снова автомобиль от немецкого производителя BMW 3 серии, 320i модель конкретно это, 2012 года выпуска, с мотором 2.0 бензин, коробка автомат, 184 лошадиные силы, пробег у данного автомобиля 146 тысяч километров, 2045 килограмм его максимальная масса. Данный автомобиль всегда обслуживался у официального дилера и находится в полном технически исправном состоянии. Комплект резины сейчас летний, R16 от производителя Pirelli. Багажник довольно вместительный на 480 литров. Немного пробежимся по кнопкам и, соответственно, функциям внутри. Сразу видно, что у нас электропривод всех стекол, даже задних пассажиров, находятся свои отдельные кнопки для этого. Есть также блокировка их. Здесь же находится у нас регулировка, опять же, электрическое зеркал заднего вида. Также у нас здесь мультируль, и на нем сразу есть одна из функций, это круиз-контроль, который мы можем регулировать, опять же, с руля выше-ниже. Для запуска у нас находится кнопка старт-стоп справа от руля. Посередине находится мультимедийная система с бортовым компьютером. Здесь же у нас видим, что двухзонный климат-контроль, подогрев сидений передних. Также у них электрорегулировка у всех этих сидений. У селектора коробки переключения передач находится переключение режимов, спорт, эко-про и так далее. Также можем здесь отключить и включить антипробуксовочную систему. Ну и здесь шайба с управлением мультимедийной системы. Также этот автомобиль оборудован парктрониками сзади для более удобной вашей парковки. Есть гидроусилитель руля, центральный замок, сигнализация, иммобилайзер и много-много другое. Более подробный список всех его функций вы можете прочитать в объявлении на нашем сайте, либо же на Авито. А находится этот автомобиль по адресу город Санкт-Петербург, Янина 1, улица Шоссейная, 50А.